Лехем, дамы и господа, ровно неделю тому назад мы услышали очень тяжелейшую новость с Израиля. Молодой раввин, муж, отец четверых детей, Итамар Бен-Галь, в возрасте 29 лет, стоял у автобусной остановки в Ариэле и ждал свой автобус. Через дорогу прибежал палестинский террорист, араб, в нож в руках и пернул рав Итамара. Когда тот понял, что это теракт, он взял и он сразу убежал. Террорист, молодой этот парень, побежал за ним и продолжал его убивать. И успокоился только, когда он убил его и довел его до смерти. Эти снимки были зафиксированы, и вы можете их увидеть на экране. К сожалению, мы потеряли еще одного молодого еврея к террористам. Но что интересно, террорист из Абед-эль-Хаким, молодой парень, проживал почти всю свою жизнь в Израиле, занимался в израильских школах, имел израильских друзей, и даже его подруга была израильтянка. Посмотрите, только посмотреть на его Facebook-аккаунт, и можно увидеть те диалоги, которые ведут с ним его знакомые. Ходая ему пишет: «Мотек, моток шели, мой сладкий, хатих шели, мой красавец, как ты поживаешь? Перезвони мне». Еще одна еврейка с Израиля, Юлия, ему пишет: «Хамут шели, эфу ата, они менаса лицор кешер. Мой сладкий, где ты? Я пытаюсь с тобой связаться. Они мидгагат. Я скучаю». Посмотреть столько на его Facebook, и можно увидеть, какие у него протеррористические стенды против еврейского народа, против израильтян, за террора, за убийство евреев. Несмотря на это, посмотрите, как он завоевал сердца вот этих еврейских девочек. А почему нет? Они с ним занимались в школе, они с ним встречались, они гуляли вместе. И мы видим, к чему это приносит. На сегодняшний день в Израиле 30 тысяч еврейских девочек перешли в ислам и живут в палестинских территориях. Много у них, много уже жалеют об этом, но это уже поздно. И посмотрите. Конечно же, они это не понимают, разницу. Они вместе учились, вместе гуляли, вместе проводили время. Пока мы не поймем, что наши детки должны быть в ешивах, в еврейские школы. Мы должны создавать крепкие еврейские семьи. Мы, к сожалению, даже здесь будем терять вот так наших детей и на следующее будущее поколение. Если детки у нас занимаются в public school, в государственной школе, и они там встречают гуим, и они с ними занимаются, они участвуют на вечеринках, они идут и гуляют вместе, и идут в кинотеатр вместе, и так далее, и так далее. Когда они становятся подростками, мы уже не сможем им сказать: ты должен жениться на еврейке, или ты должна выйти замуж за еврея. Они скажут: а почему? Они же также люди, они хорошие люди. Они всю жизнь занимались с ними. Они всю жизнь были с ними. Мы должны понять, и мы должны осознать это.
пока это не будет поздно. Сильные религиозные еврейские семьи, это мы обязаны создавать и дать самое лучшее еврейское образование нашим деткам, чтобы мы не плакали в будущих поколениях и через много лет, или даже через несколько лет.